Сергей Конышев и Артем Губарев проживают в Полянах, а в Агропустынь приехали посмотреть, что горит, и по возможности помочь с тушением. Сергея привлек еще и профессиональный интерес, ведь он учится в техникуме ворских на спасателя. Именно они сопроводили пожарные машины к кромке огня и попросили включить их в состав расчетов. Вместе с огнеборцами юноши тушили огонь до 2 часов ночи. В результате возгорание удалось полностью ликвидировать. За самоотверженные действия при тушении травы молодым людям объявили благодарность. А сегодня их наградили в региональном управлении МЧС. Любой бы мог бы так поступить, ну, сделать. Ну, приехать там посмотреть, и если попросили там показать дорогу или что-то еще, как попросили нас, мне кажется, любой бы мог так, ну, показать, а потом помочь. Горело, помочь тоже, не остаться равнодушным. Ну, я думаю, тоже каждый проезжающий мимо, ну, кто видел, я думаю, тоже смог так же поехать и тушить спокойно. Надеюсь, что на этом они не остановятся и дальше будут, скажем так, совершенствовать свои навыки, помогать нам, взрослым, в решении вот этих вот задач, которые внезапно возникают на территории Рязанской области. Ну и вообще хотелось бы, чтобы вот это вот воспитание нашей молодежи, которому мы сегодня стараемся и пытаемся уделять огромное внимание, чтобы оно не проходило даром, чтобы в наших рядах, в рядах МЧС, неважно, просто даже на территории нашей Рязанской области, вот всегда были вот такие вот ребята, на которых всегда можно положиться. Смелость и отвага ребят станет примером для многих их ровесников. Хоть и сами молодые люди уверены, так бы поступил каждый на их месте.